В этом году начнется строительство новой трассы М-12 Москва-Казань. Она пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, а также Канаш в Чувашии. Автомагистраль будет построена с нуля. Трасса позволит добраться до конечного пункта назначения за 6,5 часов. Сейчас водители проводят в пути более 10 часов, чтобы проехать от столицы до Казани. Трасса будет платной на всем протяжении, стоимость составит 2,5 рубля за километр. Проезд легкового автомобиля по 800-километровой дороге обойдется в 1600 рублей. Те, кто воспользуется бесконтактной системой оплаты, проедут со скидкой 20%. Платную трассу М-12 Москва-Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Общий объем инвестиций в проект составляет более 650 миллиардов рублей. В текущем году на его реализацию планируют направить 150 миллиардов.